ответе. В дипломатическом бизнес-клубе Риги посольством Узбекистана в Латвии проведен брифинг «Узбекистан. 2020 год. Год широких возможностей». В центре внимания прорывные акценты, сконцентрированные в послании президента Улимажлису. Конкретные факты роста инвестиционной привлекательности нашей страны и улучшения делового климата. Это не первая встреча, организованная посольством Узбекистана в Латвии, где в центре внимания наблюдающиеся в нашей стране позитивные изменения, достигнутые результаты динамичного осуществления масштабных преобразований, в том числе вопросы обеспечения верховенства закона, сокращения уровня бедности, противодействия коррупции. Страна с большим потенциалом всегда привлекает внимание мировых игроков на экономическом рынке, но тем не менее растут инвестиции в Узбекистан, и страна направляется по пути стать своей банковской системой, системой 50 банков мира. Это амбициозная цель, но я надеюсь, что она будет осуществлена, потому что есть желание, есть правильный вектор развития экономики, ну и, конечно же, есть потенциал. В Риге обучаются очень много студентов из Узбекистана. Ставка делается на молодежь, растет количество университетов в Узбекистане, и это говорит о том, что новое поколение будет созидать новый Узбекистан. Участники брифинга с интересом заслушали данные об итогах развития республики в 2019-м. Особо отметили серьезный скачок в объемах привлечения прямых инвестиций, а также динамичную трансформацию Узбекистана в весьма привлекательного пункта назначения для туристов со всего мира.